Здравствуйте, меня зовут Светлана. Пришла на тренинг с запросом найти себя, понять себя, быть собой. Ожидание тренинга – это понимание, как поменять свою жизнь, перезагрузить ее в целом. И тренинг в этом мне помог, потому что в моей жизни накопилось очень много разочарований, страхов, обид, тревог, непонимания многих ситуаций. И самое ценное открытие – это то, что у меня была сильно занижена самооценка и нелюбовь к себе самой. Неуважение к себе, много открытий, много осознаний, много полезной информации, которая мне поможет справляться со всеми обидами, поможет уходить от каких-то страхов, от ненужных мне тревог и просто помогло мне ценить себя все больше и больше. Поэтому порекомендую пройти этот тренинг, кто не уверен в себе, кто, может быть, где-то запутался и не может найти ответы на все свои внутренние вопросы, в ком много страхов, тревог и обид на что-то. Тренинг помогает с этим справиться, отпустить это. И действительно, перезагрузка во мне произошла. И она происходит и будет происходить. И в Новый год я войду абсолютно другая, обновленная, с новыми мыслями, с новым пониманием, как мне жить дальше, что мне нужно от жизни. И большое спасибо Анне за такой глубокий тренинг, который действительно вывел меня из какого-то непонимания, вложил в меня какую-то осознанность, для чего я живу и зачем я живу. Ну, для меня очень много открытий, которые я буду прорабатывать. Работа над собой я не останавливаю. Работать буду и дальше, потому что работы много. И мне стало легче жить. Я наконец-то полюбила себя. И мне нравится быть такой. Спасибо.